Глава региона Павел Коньков озаботился состоянием мобильной связи в Ивановской области. На сегодняшний день белые пятна в покрытии есть не только в отдаленных районах, но и на автодорогах. Иваново-Родники, Иваново-Приволжск, к примеру. Во вторник состоялось специальное совещание с представителями компаний-провайдеров мобильной связи. Решено было провести анализ зоны покрытия связи и устранить болевые точки силами мобильных операторов. Разумеется, на правах взаимовыгодного сотрудничества. Во-первых, совместно с их помощью мы соберем информацию, где все-таки у нас сегодня темные или светлые пятна, как их назвать, неважно. Да? Во-вторых, естественно, и у них есть много вопросов с точки зрения собственности на землю, там, на свои устройства. И договорились о сотрудничестве, что мы будем просить закрыть все эти пятна, а со своей стороны окажем им помощь в более нормальных условиях работы в других точках и местах. Я думаю, что работа будет плодотворной.